Всем доброе утро. Хочу показать в экстренном порядке, пока не сорвали, сын хочет пройти сорвать. Не помню, рассказывала или нет, мы посадили два экспериментальных ряда корейских. Один Арагорн, а другой Араб. Вот сын посмотрел, что на Арабе уже есть огурчики, говорит, нужно их сорвать. То есть он начался вот так вот рано. Раньше лютояра. Ну, он говорит, на лютояре тоже есть, но вот в Арабе уже можно что-то срывать. Посмотрим дальше, как он себя будет показывать. То, что он ранний, хорошо. И еще куст у него мощный. Такие пасынки гонит. Вот так. Куст еще не пробовала. Сын сорвал вчера один огурчик, говорит, ну, огурец как огурец. Это мы уже сорвем и с девочками все распробуем на вкус. Как нам понравится. А ну как он дальше, кустик. Посмотрим, будем за ним наблюдать. Сейчас на Арагорн перейду. Напомню, посажены, посеяны они 3 апреля в теплицу и высажены сюда 23 апреля. А это Арагорн. А тут рвать нечего. Тут вообще вся мелочевка. Вот тебе и здрасте. На лютояре, сын говорит, тоже уже не затем будут. Так, ну а здесь что-то и лютояр не очень. Там рядом с арапом было видно, огурчики висят, а тут на лютояре нету. Да, вот мелковатый вот это вот лютояр. Ой, куст посмотреть как. Что интересно, в разных ангарах можно сказать, что разные кусты. Где-то по несколько штук. Прямо есть пучками такими. Мы за то, что пучками бы оно и не надо. Лучше бы по очереди все это росло. То есть на данный момент араб обскакал по скорости. По раннему развитию. Вот так вот не успеваем мы их посынковать. И ничего не поделаешь. И с травой боремся, и посынкуем. Вот такая трава. Цена... О, а вот дальше перейду опять на араб. Вот если что-то огурчики, то их видно, что тут огурчики. Это уже интересно. Это сыну, как это называется, представитель компании дал на пробу. 1500 семян. Ну, мы посадили вот по 90 штук, по 2 кассеты. А вот это на лютояре висит огурчик. Ну да, на лютояре получается кое-где. А на арапе вовсю. Почти на всех кустиках нормально. Цена у нас вчера, говорят, 50 рублей приемная. Мы еще, соответственно, ничего не рвали. Ну, надеемся, что скоро. Всем всего доброго!